Вот так у меня идет процесс зарядки. Новый USB тестер. Заводская упаковка. Фнирси. Модель FN48P. Информация на коробке. Оригинальная упаковочка. Тянешь и вытаскиваешь пенальчик. Жестковатая. Удобно для хранения и переноски. А я думал, он такой большой, а он совсем и небольшой. Он чуть поменьше, но все равно большой. Ничего себе. До чего же дошла электроника? У меня есть USB тестер. Ну, поменьше. И функции у него поменьше. Надо разбираться. У данного USB тестера есть модуль Bluetooth. Коннектится с телефоном. В данном случае телефон Samsung. Для использования этого устройства необходимо приложение. Экран большой, 1,7 дюйма. Очень актуально для старых радиолюбителей, которые уже не могут без очков и бинокуляров. А здесь, пожалуйста, не надо всматриваться в микроциферки. Там внутри гироскоп. И картинка может перескакивать вверх ногами. Достаточно вот так вот повернуть. И картиночка опять перед нами. Тип А. Тейп А. Выход справа. Вход слева. Два входа слева. Type-C microUSB. Выход Type-C. И переключатель на протокол PD. Сверху слева гнездо microUSB для подключения к компьютеру. Органы управления. Колесико с переключением влево-вправо, нажатием сверху ОК. Справа кнопочка Back, выход из предыдущего меню. Я немножко затянул с обзором этого устройства, потому что в нем так много функций. Столько всего нового, что для меня, как для телемастера, как для радиолюбителя, это открывает прямо буквально новую эру исследований различных устройств, различных зарядных устройств, зарядок. Я честно пытался разобраться со всеми его возможностями, но это просто невозможно, потому что каких-то устройств, каких-то нагрузок у меня просто нет. Давайте попереключаем. Вот это самый большой экран с большими цифрами, самый такой вот информативный, и ничего лишнего нет. Напряжение, ток, ваты. Если мы с вами переключимся вправо, еще одна страница. Пока без уточнений. Еще раз вправо. Еще раз вправо. Тут даже есть какой-то осциллограф. Нужен ли он? Если есть хороший осциллограф, настоящий. Вот так по кругу 5 экранов. 2, 3, 4, 5. Я переключал вправо, а если влево? То есть в обратном порядке. Выбор всех экранов. Цифры изменились. Я подключил простенькое зарядное устройство. И пытаюсь зарядить вот такой вот аккумулятор из ноутбучной батареи. Что мы видим на экране? Ток 0,5 ампера. То есть самая простая функция этого устройства. Тестирование подключенных нагрузок. Пошла ли зарядка, какой ток. И для многих может быть вот это вот и все. Давайте переключим вправо. Выбираем вот такое вот экранище. Он уже более информативный. Что такое эта курва, блин? Вы не знаете? За 100% курву я пока не знаю. А вот группа, я уже разобрался, от 1 до 10, то есть 10 страниц, 10 разных протоколов измерений. И зайти в эти группы протоколы мы можем перемещением колесика влево и удержанием. И перемещаться можем, если вправо, то вниз, если влево, то вверх.
И вот именно первая группа – это наша сейчас зарядка. Емкость в ампер-часах и ваты-часы. Если питание отключится, этот протокол сохраняется, и при повторном подключении идет докачка. И вот понятно, что это первая группа, этот первый лист относится к вот этому заряжаемому сейчас аккумулятору. И если это кому-то очень сильно нужно, мы это все сохраняем и в следующий раз будем выбирать протокол 2 или 10, там, допустим. Давайте выберем протокол 2. Окей. Теперь в первом протоколе у нас ничего не меняется, изменения пошли во втором протоколе. Сам процесс заряда вы можете разделить на несколько протоколов или в одном протоколе это сделать. Хорошая функция, я считаю, если вы занимаетесь исследованием нескольких аккумуляторов, то почему бы нет. Выход из этого режима, кнопочка Back. Группа у нас теперь 0,2 из 10. Ампер-часы, ватт-часы. Наблюдая за вот этим значением температуры сверху, я начинаю понимать, что это не температура в моей комнате, это температура устройства. Наверное, предупреждение нас о том, чтобы мы его не перегрели. Потому что у меня сейчас тут градуса 22, но никак не 28. По мере использования температура растет. Давайте переключимся еще в одно меню. Хорошо, я прервал зарядку аккумулятора. Давайте следующее меню. Следующее меню – это исследование разных протоколов. Вот такие вот протоколы по разным устройствам. Ну вот скажите, вам это надо? Это настолько специализированный USB-тестер. Почему-то мне кажется, что этот тестер разрабатывался для работников ОТК на каком-то производстве. Ну, потом решили, что это будет интересно радиолюбителям, так как у нас радиолюбители продвинутые, им все интересно, они любят изучать свои телефоны, протоколы зарядки. Вот для них это все и придумано. Понятно, что все эти функции я полностью изучить не могу. У меня нет таких гаджетов. И в силу моих интересов, вряд ли я вообще эти функции буду использовать. Осциллограф дает нам возможность посмотреть пульсации на выходе. Опять же повторяю, это какой-то прибор для отдела технического контроля. У работников ОТК взгляд наметан. Они сразу переключением этих функций, все нормально. А вот как измерительный прибор, ну это ерунда какая-то, я вам скажу. Просто, особенно для тех, у кого есть осциллограф, хороший осциллограф и не один. Есть возможность тестирования различных кабелей питания, различных протоколов. Мне это вряд ли пригодится. Кабель, он либо работает, либо не работает. Не работает, выбросил и взял другой. Их сейчас очень много, и с ними вообще нет проблем. То есть, опять же, это специализированная функция для ОТК какого-то завода по производству мобильных телефонов. 100%. Но кому-то, естественно, это будет интересно. Потому что это хобби. Я даже заметил, что появление таких новых гаджетов у меня стимулирует меня к новым знаниям. Я начинаю больше читать, больше разбираться, искать англоязычные источники. Это прекрасная стимуляция мозга, друзья. А молодежь у нас вообще впереди планеты всей по осваиванию новых гаджетов. Так что я думаю, вам будет проще разобраться со всеми интересными функциями этого USB-тестера.
Опять подключил зарядное устройство, опять кручу в руках, смотрю, интересно. Я бы порекомендовал этой фирме сделать вот с таким экраном простой USB-тестер, который будет интересен тем, кто заряжает различные аккумуляторы и использует различные зарядные устройства, различные зарядные платки для того, чтобы их тестировать. А вот те всякие протоколы, это настолько специализировано, что многим это никогда не пригодится, 100%. Тем более мы знаем, как сейчас мир динамично изменяется, и эти протоколы все могут устареть, ну, буквально через какое-то время. Потому как бы покупать лишние функции, которыми вы не будете пользоваться, я думаю, излишне. Этот USB-тестер уже появлялся в моих роликах и появится еще не раз, потому что он удобный, наглядный. Если бы такой USB-тестер стоил долларов 5, я бы, конечно же, всем рекомендовал бы его купить. Но цена у него, конечно же, значительно выше. Я дам ссылку в описании под роликом. Поинтересуйтесь, посмотрите, нужно ли оно вам или не нужно. А вдруг кто-то видит жизнь намного шире, чем я, и скажет: да, конечно же, мне это очень нужное устройство и все те протоколы, которые там есть. А ты, Александрыч, просто не понимаешь. Сиди вот там и меряй свои аккумуляторы 18650. И аккумуляторы от дрона, которые ты все время рекламируешь. Вот я сейчас возьму свое зарядное устройство, подключу на заряд свой телефон Samsung, и мы с вами посмотрим, как USB-тестер среагирует на это подключение. Просто в сеть. Например, выберу протокол номер 3. Окей. Под зелененькой полосой группа 03 из 10. И подключаю USB шнурочек вот сюда. Шнурок подключен к моему телефону Samsung. Двадцать две минуты до полной зарядки, 87%. Полтора ампера. И вот это уже хорошо. Вы знаете, правильно ли заряжается ваш мобильный телефон или нет. Особенно, когда у вас есть этот USB-тестер, и вы только купили телефон, вы подключили, посмотрели, вот все нормально, понимаю, как это происходит. Желательно разряжать до минимума, зарядить и в этом протоколе узнать, сколько ампер-часов закачается в ваш разряженный аккумулятор. И через пару-тройку лет активной эксплуатации вы будете знать, насколько же ваш аккумулятор сдеградировал. И не вышла ли из строя ваша зарядка, то есть диагностика зарядного устройства, диагностика кабеля, а кабели выходят из строя. Вот такой вам пример. Вы купили на AliExpress вот такую замечательную плату, вот такой переходник. Не уверены, как она работает. Подключили последовательно и протестировали ее работоспособность. Вопрос цены, дорого, недорого, но USB-тестеры, понятно, нужны уже всем, если вы хотите четко диагностировать и понимать, работают ваши устройства или нет. Смотрите, заряд у меня идет при напряжении 9 вольт, ток 1,35 ампера, вот там вот измеряется общая емкость, которая закачивается, и протокол 03 из 10 возможных протоколов, я могу потом его посмотреть, он сохраняется в памяти. Я сейчас изменю задачу, вот я положил фонарик, там у меня встроен аккумулятор 18650. И фонарик требует заряда. Я сейчас белый шнурок вытащу, а подключу черный, который подключен к этому фонарику. Фонарик переделанный. Там у меня плата от повербанка. Отключил шнурок, напряжение упало до 5.
Какая интересная картинка. Идет заряд током 0,2 ампера. Заряжается фонарик и моргает светодиод. Это вам насчет универсальности. Что ты такое делаешь? Разве может зарядное устройство, предназначенное для заряда телефона Samsung A52, заряжать какой-то драный радиолюбительский переделанный фонарик? Оказывается, может. И для теста этого заряда у вас вот такой хороший вот прибор, USB-тестер. Я думаю, мысль вам понятна. Поломалось зарядное устройство, многие выбрасывают и идут, ищут именно для такого телефона, именно такую зарядку. Другие люди сомневаются, а можно ли эту зарядку подключить вот, например, к такому гаджету. По мере окончания заряда ток уменьшается. Смотрите, вы становитесь таким вооруженным. Вы начинаете смотреть сквозь стены и пластик, вы понимаете? А если у вас нет такого USB-тестера, ну вы как без рук. На одной интуиции далеко не уедешь. Я опять подключил телефон. У меня есть вот такие там инструменты еще в меню, да? Выбираем PD протокол. И вот вам дополнительная информация во время заряда. Процесс живой, осталось 14 минут до полной зарядки, ток уменьшается. Это даже важно для понимания работы гаджетов. Наблюдая, например, за процессом заряда какого-то аккумулятора, там, фонарика, там, телефона, вы понимаете, как это все это происходит по протоколу, как он работает. Повторяю, я не все здесь еще знаю, я не совсем разобрался, да и разберусь ли я совсем так много. Целый компьютер здесь, а не USB-тестер. Нифига себе пульсации при зарядке моего телефона. Можно остановить и рассмотреть в реальном времени напряжение и ток. Вот честно вам скажу, я не знаю, как использовать возможности вот этого осциллографа. И что мне дают вот эти графики. Если бы где-то был какой-то учебник на русском языке, на украинском языке, написанный по этому USB-тестеру, чтобы можно было вчитаться, потестировать. Информация скудная, друзья, скудная. Как будто китайские производители хотят, чтобы мы сами разобрались и составили какие-то инструкции. Например, я изучаю паяльник JVDA, я там разобрался и, в общем-то, сделал даже русскоязычную инструкцию для пользователей. Заряд почти окончен. Что показывает USB-тестер? А он показывает, что ток упал до 1 ампера и напряжение упало до 5 вольт и уже не 9. Согласитесь, что тестер интересный. Если освоить все его функции, вы, конечно же, становитесь технически богаче, лучше понимаете процессы, проходящие во время заряда, и как это происходит. Можете скачать инструкции, сервис-мануалы. А вот и наша инструкция. Вот она, любой может скачать, посмотреть. Доступное описание на английском языке. Официальный представитель. А вот теперь у меня есть PDF-файл и могу разбираться, изучать. И понятно, что это видео, это только мое первое впечатление. Дальше, возможно, будет интереснее. У него такой жизнерадостный вид, как будто это новогодняя елка. Это приятно. Но ведь не только зарядку телефонов, зарядные устройства мы можем тестировать. Мы даже можем протестировать, правильно ли работает паяльник, например, фирмы JVDA. У него здесь OLED-дисплей, у него вот такой мощный
блок питания на 65 ватт. Правда, я не все взял шнурочки. Придется вставить его в разъем USB не по протоколу PD. Но все равно интересно. Давайте вставим в розеточку и посмотрим, что он начнет показывать при нагреве паяльника. Во, с 5 вольт перескочил на 12 и показывает при нагреве мощность 20 ватт. Смотрите. При этом паяльник набирает температуру, тоже индицирует 12 вольт. Все, набрал температуру. Как только паяльник набрал температуру, смотрите, куда делась мощность, куда делся ток. То есть в режиме поддержания кратковременные какие-то включения происходят. Вы поняли, как интересно? Да, вот красные, желтые цифры, не обращайте внимания. Это цифры от предыдущей зарядки пауэрбанка там дома. Вот, пожалуйста, вот для чего данный USB-тестер позволяет проверить, как питаются устройства, какой протокол выбирают при этом автоматически. Так что, я думаю, это замечательное устройство, многим пригодится.